Hitman 2-3, this is Hitman 2-2, over. Да не стрим, а видео записываю. Я же забыл, что у меня всего-то две кнопки, чтобы говорить. Это рация, ХБ и там ДВ. Полтора квадрата. День это значит уже день. Уже потихоньку очертания замка вижу. Еще одна черепаха прямо по курсу. Сейчас не вижу. Да тут уже рыбы побольше, и дно видно, кстати. Ну, значит, уже надо. Сейчас у рыбы вторую черепаху. Аллаху Акбар. Дельфин. Дельфин, Аллаху Акбар. Прежде чем всплывать, мы там остановимся. Потому что, блядь, надо отдохнуть и что. Нет, короче, предложение, надо одному зайти, а другим под водой. Ну, вот один главный посмотрит. Один выйдет, посмотрит, что да как. Штаб. Мы. Ну это дайвера сейчас поставлю на сметку. Принял. Скорее всего вас будут встречать, там пару-тройку наблюдателей снайпера замечали. Принято. Мы можем отвлечь на себя противника, взяв вашу вторую лодку. Че, отсюда пойдем? А зачем? Чтобы вы спокойно взорвали вышечку. Не, или переплывать бы. У нас есть у кого-нибудь? Дайвер на связи? Дайвер на связи. Около вышки три противника, двое перед вышкой, один внутри на высоте. Я вижу твои метки на башне. Да, я все метки вижу. Ладно, мы сейчас что-нибудь придумаем. Подожди, перед входом на вышке, там вот сейчас вот сидят два человека, возможно, смотрят в вашу сторону. По пути к камнях я никого не вижу. Там лестница есть, могу показать метку. Принято. Аккуратненько, давайте. Про лестницу я знаю, Оскар. Мне главное вот с западной стороны, где мы сейчас будем заходить, чтобы знать, там смотрит кто-нибудь. 2-1 на связи. 2-1. Так, господа, там выводят. 2-1. Дайвер, точно могу сказать, то, что где-то 4 человека около вышки, двое прям бегают по пути к вышке. Вот один сейчас бежит в вашу сторону, прям туда, куда я указала лестницу. Слышишь меня? Да. Понял, принял. Так, аккуратнее, там, где указана лестница, там есть противник. Прям бежит туда. Нет, свернул к вышке, которая в центре. Принял. Дайвер, меня слышно? Забежал на вышку, которая в центре стоит. Похоже, заложника то ли ранили, то ли убили. Принято. Говорят, заложника то ли ранили, то ли убили. Датчик готов. Говорит якорь, походу свое отделение противника. Уже начинает заходить в замок. Осторожно с огнем. Кто обнаружил противника? Так, всем отделениям, кто меня слышит, начинайте быстро штурм к замку, нужно поддержать своих. Аккуратненько подходим. Принято, 1-2 тоже подходим. Возьмите на себя огонь, дайвера быстро. Стрелял. Принял. Шнурок. Привет. Видишь нас?
сквозь стены на метку остров где-то тут лестница. Вижу. Мимо них кто-то подбегает с оружием за спиной. Так, мы там не заберемся, да? Скорее всего, нет. Блин, ты сейчас придумал. А где второй дайвер, я не понял. Сейчас отдохну. А второй где? За мной шел. Кто там у нас? Окси, окси, окси. Тип на связь. Меня слышно? Перейдите на шепот, перейдите все на шепот. На шепоте. Тип, ты куда пропал? Давайте попробуем. Оскар. Оскар. Якорь. Есть кто из отделения на связи? 2-2, один человек остался. Блин, ну чё, он... Меня слышно? Нас убили? Да. Принт. Дайвер, мы сейчас возьмем лодку, тоже поплывем. У вас есть там еще где-нибудь взрывчатка? Дайвер, я наш. А, попёр в газе, у меня есть взрывчатка, я успел. Просто мне надо знать, кого из нас исполнил. У меня. Так, попытайся связаться с нашими отделениями. Это тоже один. Приступают к штурму. Я в них купил, да, взрыватель, и принял, береги себя. Все есть. Дайвер, вы где? Вы по лестнице будете подниматься, по той, которую я указал? Вряд ли там враг, говорят. Мой снайпер будет там бегать враг. Дайвер, свяжись со своим снайпером, скажи, что мы его квадрик заберем. То он сейчас обосрется. Снайпер, слышишь, Шнуров? Шнуров. У нас оксид. А, блядь, пардон. Шнуров. Я есть. Шнуров, у тебя сейчас КС заберет квадрик, так что не пугайся. Да у меня звуков нет. Ну он заберет квадроцикл. Пишу врага, пишу врага. На 120 в низине, в низине. Снимайтесь к западу. 140, 140 в низине. Снять сможешь? Да, не сковано. Он на острове или... Никак нет, ниже нас в камнях. Я вот на него смотрю. Там. 140. Точная корректировка. Сможешь его снять? Я его сейчас не вижу. А то, что враг это тоже. Оскар. Шнурок. Шнурок. Да, на связи. Мы сможем там по лестнице сейчас забраться? На скалах? Мы сейчас вот там, где я был, помнишь, что ты меня видел? Я сейчас там. Дайвер, на связи? Секунду. Ты сможешь нас, если что, сходить? Ну, я могу по лестнице подняться там, да? Вы где? Поставьте себе метку, я попробую что-нибудь сделать. Метка на нас стоит. Как взорву, когда ответа нет? Шнурок прикрывай, я поднимаюсь по лестнице. Если что, я... А метки в замке есть еще на своих? Ну, видно, внутри там. Они стреляют, блядь, походу. Это кто был? Сапёры, блядь. Жив? В общем, сейчас около цели два теха только. Если заходить с моей желтой метки, если она еще актуальна, про лестницу, то, в принципе, можно спокойно пройти. Чё там у тебя? Лес второй. Кто-то еще помимо вас залазит. С моей стороны, с северной. Это лис. Ой, сердечко бьется, да? У меня отдышка у персонажа уже 2 минуты, господи. Второй залез. Принял, поднимайся по лестнице, пацаны. Один тех остался возле цели. Принято. Один пехотинец. И он сидит прям сразу же слева, блять, если это не труп. Что? Сейчас посмотрим. Да, я тоже походу его видел. С башни кто спускается? Не знаю, враг походу. Бля, текстуры. Он наверху перевязывается, тот, кто остался цел. Он на самом верху башню. Слева, прям мы слева контакт. Лежит. За трупом. Можно гранаты покидать. Открывай
Турок, прикрывай нас, мы у маленькой башни, брат! Блядь, ранен! Сними его! Я не вижу, он приюга за стеной, два сердца, не знаете. Джиф, дайвер. Я убил того, кто в сердце. Хорошо, все, давайте. Может, под дымами пройдем? Да, кидайте. А вот. Повторюсь, пех лежит один слева, как мы от цели, наверху. Я его больше там противников нет, только он один. Он в кого-то там сейчас стреляет. Дымы закончились. Только что стрелял. Так, мы идем в контейнер. У оксида много дымов. Куда бросать? В контейнер идем. Повторяю, в развалинах в центре города противник в орбиту. Да-да, принял. Давайте на контейнер. Он лежит. Дайвер, это ты бежишь? Возле скалку для антенны. А хуй знает, что за контейнеры, кто к радиоуже подходит? Слева наверху противник, ты помнишь, да? Понял где? Прям за этой скалой слева будет стена, на этой стене он... Дайвер, там метка кедра стоит, он тут что ли? Примерно он. Метка кедра. Да-да, я водолаза фильм. Всем, кто меня слышит, писал синий маркер, могу еще продублировать желтым. Дайвер, Дайвер, забей на все, ваша задача взорвать вышку. Я скажу, если кто будет подходить, пока никого нет. Хорошо. Спокойно закладывай. Я ставлю второй. Секунду. Минимум две надо. Я поставил на взрыватель именно. Доставь все, что есть. Установил. Готов, могу взрывать. У тебя есть взрыватель? Да, есть. Сан-Юст актуально, мы находимся здесь, но Сан-Юст мертв, и у нас большие потери. Пытайтесь продвигаться к замку, вышка уничтожена, в принципе, надо зачистить территорию замка. Все принято. Говорит штаб, мы подходим на лодке к замку. Кто к башне бежит? Наш нет. У нас два человека пехоты. Прям под башней, блядь, на входе на парад. Прибытие на тебя поставили. Нет, в форме, не дайвер. Дайвер, смотрите, сзади подходит дайвер. С того места, где вы залезли, с той стороны. Прям по стене идем. По мне огонь. По мне огонь с 60. Принято. Да, я живой? Да, я на башне. Убили, кого ты подавал? Убил одного врага. Все, его убил, молодец. Оксиды потеряли. Снайпер 60 работает. У меня 8 гранат, да, разреши кидать, куда попал. Дайвер, ваша на вышке есть большой, да, я принял, мы подходим. У вас там по территории бегают свои пехи, осторожно. Молодцы, все. ГГ. Отлично. Дайвер, хороший.